Так, пообедал. Домой, дома. На новое мероприятие еду. Что-то рыбачков нету на мосту. Хотя мне он один перевязывает снасть. Блин, на флаг-то весь растрепался. Потому что он не для таких поездок. Не для скорости. Сегодня погодка хорошая. Тепло. Здравствуй. В гараж ее хочешь, да? Нет, поставил ее. Пока ходил, что-то шевелил, обратно возвращаюсь, хватаю и домой привожу. Она, оказывается, не моя, а Махнашкина. О, Махнашки. Перепутал. А вот Махнашки. А, он. А он теперь с твоей, наверное. Нет, я свою-то тоже положил. А, ты Вове? Я прихватил. Не, ну ты молочуля, конечно. Вот, положи, пожалуйста, сейчас уроню шлем. Вот так, а? Повтор. Собака. А я бы вот в люльку бы залез, она бы ровно была со своими килограммами-то. Фигня в шею долбанула, больно? Вообще не было как шоу всего. Игорёх, сегодня виделись или нет? Сегодня вроде нет. Я же не был. Привет. Красная есть. Оранжевый. Зелень. Зелень. Зеленый. Ровно моя. Давай желтый скажи. Нажмите тогда желтый. Надо тебе. Шо, фугас, две что ли берет? Мало ему одной. Пускай белки пальчик.
20 минут. То есть через полчаса здесь от точки сбора, от 6 часов, через полчаса теоретически не должно никого быть. Ну, колонны не пошли. Колонны не пошли. Что ты? Тоже, да, так же, как я от него. Своей занимайся, значит, и домой на бензин. У него же бензин нет. Я пойду наклею. А то вчера мне не досталось. Так. А? Короче, решил сюда. Пройдусь. На паспорт? Что, продаете? Толпой стоите. Долга на асфальте пусть остается. А что? Она там завалится. Давай ближе тогда. Какой-то шлем мягкий. Облегченная версия мягкого шлема. Чего? Ничего, я хочу тут просто. Да, блядь. Вот так вот ты начнется. Я хочу. Вот ты должен. Здорово! Да пусть девчонки там ставят, что ты? Ты ли это? Я. Кто? Звонишь тебе иногда, там трубу не берет. Ай-яй-яй, какой маневр. Давай туда подтягивай. Туда пусть полегче ставят. Ты зачем два фака показал им? Да, давай. Ох, тоже музыкальные парни. Ой, как вас много-то! Едут.
это его снимаю. А вы это утром ничего никуда не катались? А мы только... Пойдем, я уже пойдем. Ну, а потом от того... На дороге так просто встретились, да? Привет. О, Лёлька. Обращаем внимание на то, что колонна, которая пришла со стороны Ангарска, разворачиваться будет во втором повороте. Привет, паровоз! Где мой-то? Я потерялся. Ой, ё-моё! А я вдруг другой хотел покруче. Ну все, давайте. Фотоотчет с это, куда поедете. Oh,
ждал, да? Долго шло? Неделю. Просто у меня сегодня одна девчонка спросила. А я даже не знал, что экипаж-то будет.
что случилось? Вот он телефон. Слипкнот новый! Вот что там, вонище вообще! Дым, вонь! А где, непонятно! О, 5 километров! Сейчас. Сейчас, что было? Ну, скоро я тут один поеду. Разъедемся. Никому.